Всем привет, продолжаем гулять по миру, смотреть интересные места. Сегодня я хочу вам немножко рассказать Дому ди Бергамо. Ломбардия, Бергамо, Италия. Собор Святого Александра является главным католическим местом поклонения в городе Бергамо, так называемой Материнской Церкви Епархии. Так написано в Википедии, в переводной Википедии. Но вот, возможно, какие-то сложности перевода с итальянского. Но что есть? Собор посвящен Святому Александру, покровителю Бергамо, расположен в верхнем городе на площади Дуомо, рядом с базиликой Санта Мария Маджоре. Сам собор небольшой, строился, перестраивался он столетиями. Был возведен в конце 17 века на месте древней церкви Святого Викентия, а закончил лишь в 19 веке. Собор посвящен святому мученику Александру, небесному покровителю города. Святой Александр был римским центурионом, которого осудили на смерть как христианина. Ну, по легенде, во время казни руки палача одеревенели, святой Александр был вновь брошен в тюрьму, но вновь бежал и в итоге оказался в Бергамо. Ну и, в общем, Александр был казнен только после второй попытки. С каждой стороны этой базилики находятся три часовни, деревянные хоры 17 века, выполнены Андреа Фантони. В соборе располагаются три органа, входящие в число самых выдающихся органов в Италии. Так написано в Википедии, я зачитываю просто Википедию, показываю вам то, что я наснимал. Под центральным алтарем 18 века работали несколько художников, среди которых был Джованни Батиста Тьеполо, ну и какие-то другие. Алтарь святых в стиле рококо 18 века создан по проекту Филиппа Юварры, статуи святых работы Антони Каллигари. Правая капелла посвящена Сан-Винценто и Папе Иоанну 23-му, уроженцу провинции Бергамо. В капелле находится алтарь с надписью «Сан-Винченто во славе, защищающий город». Карло Цезари, середина 17 века. Помимо современной бронзовой скульптуры папы, здесь хранится его тиара и часть облачения. Внутри собора множество ценностей. Картины Джованни Батиста Морони, Андреа Привитали, мученичество святого Иоанна епископа, Джованни Батиста Тьеполо, Карло Череза, произведения из инкрустированного дерева и мрамора Андреа Фантони. Ну, действительно, самая такая ценная вещь. Ценный объект. Это же, конечно, тиара Папы Иоанна 23-го, сегодня почитаемого как святого, родом из местечка Сото-Иль-Монте в провинции Бергамо. Она представляет собой сверкающий головной убор из золота, усыпанный жемчугом, рубинами, алмазами и изумрудами, созданным литейщиком Аттилио Нанни. Внешний вид собора Святого Александра характеризуется фасадом 19 века из белого мрамора Боттичино. Фасад собора начали строить в 1866 году, и он был закончен только в 1889. Я зашел на сайт этой церкви и постарался переводчиком перевести, что тут написано. Ну, действительно, много всего написано, но я думаю, что нет смысла это все зачитывать. Давайте вот просто посмотрим, что там внутри творится в этой красивой церкви, кафедрале де Сант'Алессандро. Дома ди Бергамо. Ну вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Немножко познакомились с собором в Бергамо. Так, просто посмотрели. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.